Грамотно обезвреживать противника учились сегодня бойцы спецподразделений СОБР и ОМОН. Мастер-класс давал ветеран спецназа, а сейчас успешный бизнесмен, актер и звонарь Храма Христа Спасителя Сергей Бадюк. С легендой рукопашного боя встретились и наши корреспонденты. Пройти через импровизированный строй – это еще не самое сложное задание. Гораздо больше усилий нужно, чтобы отправить противника в нокаут. Это удар сечка, это сечка, а нокаут – это четко с боковой удар. Уже вот этот – это не будет нокаут. То есть вы его вскрыли и сбоку на! Спать. Мастер-класс для бойцов СОБРа и ОМОНа дает легенда рукопашного боя Сергей Бадюк, ветеран спецназа ФСБ и ГРУ, а теперь успешный бизнесмен, актер и телеведущий. Он участвовал в самых сложных боевых операциях на Северном Кавказе. Многое из того, что показывает, использовал на практике. Хорошо. Его стиль – это лучшие приемы карате, бокса, джиу-джитсу, тайского бокса и борьбы. Говорит, что учит не просто рукопашному бою, а развивает оперативное мышление бойца. СОБР работает против вооруженных преступников. Это люди, которые уже или заморались кровью, или готовы к этому. Они работают в зоне, где проводятся контртеррористические операции. 30 участников семинара тоже бывали в горячих точках, но на двухметрового тренера смотрят с уважением. Для многих он икона силы, жесткий и непреклонный человек. Этот мастер-класс для многих больше, чем тренировка. Это не спорт, это именно то, что нужно сотруднику в его деятельности и в повседневной жизни. Широкой публике гуру рукопашного боя известен по фильмам «Антикиллер» и «Забава». Сюда Сергей приехал в перерывы между съемками новой ленты по Достоевскому. Выездные семинары Бадюк называет своим хобби. Тренирует ради удовольствия. А мне хорошо здесь. Не надо. Мне хорошо. Мне лица эти нравятся. Парни нравятся. Если у меня что-то получается, почему не поделиться? Я денег за семинары не беру. Антон Чистяков, Павел Осинцев, «События ОТВ».